Ну что, всем привет, друзья, и сегодня мы с вами посмотрим на вот такую посылочку с магазина gearbest.что-то там, я уже не помню. И это товары до 1 доллара, не дороже, дешевле и очень дешево и прикольно, так что давайте открывать. Так, ну и давайте как-то по очереди, я уже, если честно, не помню, чего я там назаказывал такого. Вот, всякое разное там было. Давайте смотреть. И первое, что я достал, это светящееся животное. А, лягушка. Это светящаяся животная лягушка. Коробочка пришла в негодность. Мы ее выкинем. И, как вы можете заметить, эта лягушечка почему-то грязновата. Я надеюсь, это отмоется. Ну да, можно, если потереть. Это все, в общем-то, какая-то грязь просто была испачкана. Выглядит она вот таким вот образом. Просто белое на белом будет совершенно не видно. Вот, включение. Давайте посмотрим, как она будет у нас гореть. И, в общем-то говоря, у нас получается вот такая вот классная лягуха, которая светится. Вот вы можете видеть, дешевле 1 бакса. Вы понимаете, о чем я говорю? Это дешевле 60 рублей. В общем, вот такая прикольная. Она переливается всяческими цветами. Такие штучки я уже видел. Они достаточно прикольные. Можно поставить там на стол куда-то или еще куда-либо, куда вам хочется. Так, ну и следующее, то, что я нашел. Ой, это другой товар. Опять белая штучка, блин, давайте откроем ее. А эта штука, держалка для бутылочки, для велосипеда, пластиковая. Вот такая вот, опять придется использовать свою руку для фона. Вот надо что-то придумать вместо белого. Черное надо сделать для белого. А, быстросменная, короче, вот такая вот штукенция. Вы крепите ее, крепежа никакого нету. Но она и стоит, собственно, очень дешево. И сюда вы бутылочку так хоп, и едете ее и пьете. Вот. Следующее, что я нашел, это та-да-да-дам. Дарт Вейдер, вот такой вот черненький прикольный брелочек. Он, по-моему... А, нет, никакой. Просто резиновый. Вот такой вот. Мне почему-то казалось, что у него что-то должно светиться глаза, но ничего не светится. Просто кусочек резиночки для фанатов «Звездных войн» и, в частности, вот этого молодого человека. Очень-таки подойдет. Так, далее у нас здесь какая-то летающая приблуда. Я даже не помню, что это. Ой, она должна светиться еще. Так, это как-то все должно вставиться, что ли. В общем, вставляем, и вроде как надо руками ее поделать. Сейчас попробую. Короче, берешь эту штучку вот так вот в руки, так хоп, делаешь. Ой, мне прям по пальцам дало. Но она должна еще светиться. Но она должна лететь, а не на полу это делать. О, видали? Офигеть, она прям улетает и светится. Вот, видели? Вот так вот это все горит. Смотрите, прикольно. Она прям освещает. Вот, видите, здесь леопард лежит. Смотрите, как прикольно горит. Берем в руки и вот так вот. Следующий товарчик. Это, по-моему, USB фонарик, что ли, какой-то. Судя по его виду, не флешка, по-моему, это именно фонарик. Вы втыкаете его в USB, вот эти светодиодики начинают гореть. Давайте это все посмотрим. Берем фонарик, вставляем. И он начинает светить. Выключаем свет. У нас остается вот что. И если повернуть вот так, вот смотрите, как это все круто освещается. Мне кажется, для Powerbank это просто отличная штука. Смотрите, вот как можно все осветить. Просто круто. За такую цену! И как мне нравится то, что все так дешево. Так, далее из велосипедной тематики. Вот такая дешевая штучка. Это, в общем, штучка на липучке. Какая-то ткань, что ли, не знаю. Вот, вы ее... сворачиваете вот таким вот образом на раме снизу, где у вас подножка, чтобы подножка не царапала саму раму. По-моему, вот так вот это все действует. Вы одеваете ее и просто там оставляете, как защитная функция, чехол. Так, далее, что я нашел, так это убираем по очереди. Это очередной брелу. А, нет, это кей-ковер, кей-ковер. Такой заказывал с Алиэкспресс. Настя Панда вроде была, слоник. А теперь у нас кто здесь? Майк Вазовский. Так, открываем. Очень прикольные штучки. Так, наверное, нужен ключ, чтобы это все одеть. Майк Вазовский. Вот такой вот он красивенький. Очень прикольно. Вот Майк Вазовский прям реально классная вещь. Сейчас на ключик оденем. Берем штучку и показываю, что происходит. Еще будут мои ключи еще более прокачанные. Ну и вот что у нас получается. Если что, это все, блин, на ключе все уже. Вот торчит. Вы просто раз, хоп. Одели, вот на такие маленькие ключи идеально. Вот у нас получается вот такой Майк Вазовский. Можно еще, кстати, цепочку тоже это одеть. Вот, чтобы все это повесить на вашу связку ключей. Ну что, идем дальше. И дальше у нас вещь полезная, не прикольная. Это вот такой вот маленький кард-ридер. Вот так он выглядит. Микро что-то
SD, наверное, IHC. Сюда вы вставляете флешечку, и вот это вот вы в свой компьютер так чпоньк, и все, ваша флешка определилась, можно ее стереть, записать. Для microSD только подходит. Стереть, записать и что-то с ней вот такое провернуть. Так, следующее. И это тоже кардридер, еще один. Он такой более, ну даже не более крутой, более другой просто. Он вот такой имеет вид. Микс за какая-то с крышечкой. И вот сюда вы уже помещаете флешку. Вот так вот видно будет, смотрите. Это дратути. Вот так вот хорошо видно, куда помещаете флешечку. Вот в рот прямо засовываете и все. А глаза, чтобы продеть какую-нибудь нитку. Как брелок. Так, дальше у нас я достаю крупную артиллерию, и это, насколько я помню, в машину. Это две вот такие автомобильные емкости, которые нужно положить между сиденьем и, короче, торпедой, туннелем. Вот, вот так вот засовываете, типа туда можно что-то положить. По-моему, так это все было на сайте продемонстрировано. Две штучки тоже идут в комплекте, решил тоже заказать. И показать, что вот такое бывает, потому что никогда доселе я такого не видел. Софтбокс отражается, вот. Очередная штучка, это обманка, вроде, я так понял, это пирсинг, по-моему, ну типа пирса, короче. Вот, обманная такая вещь, на магните она идет. А где магнит-то? Ага, зашибись, магниты уже вывалились. Слишком дешевая, видимо, фигня. В общем, у нас есть две вот такие штучки, которые отклеились, у которых магниты отклеились. Вы, ну, в общем-то говоря, с одной стороны уха, с другой стороны уха, и у вас как будто оно проколото, вот такая будет черненькая штучка. Вот такая она с другой стороны. Ну, в общем, я думаю, понятно, я не знаю, как вам показать, потому что они отклеены. Ну и, друзья, давайте перейдем к самому интересному, просто потрясающим вещам, которые у нас сегодня есть. Например, у нас, знаете, кто сегодня пришел к нам в гости? Вот такой дружище желтый, узнаете его? А, вот он, да-да. И он сегодня не один, вот, это Спанч Бобик. Ну что, друзья, по итогу у нас получился Спанч Боб вот с чем-то торчащим между ног. Смотрите, я не знаю, пишите в комментарии ваши варианты, что это такое. Ну, на самом деле, расскажу по секрету, это то место, через которое его стоит надувать, то есть вот здесь окажется ваш рот. Ну, а куда деваться? Выглядит он вот таким вот образом, это самый настоящий Спанч Боб, и он у нас сегодня не один. Ну что, друзья, вот он, виновник сегодняшнего торжества, это самый настоящий Патрик. И знаете, что я хочу вам сказать? И раз, и два, и раз, два, три, четыре! Патрик, что ты здесь делаешь? Копаю! Зачем ты надел кепку? Не знаю. Я никого не знаю. Я Патрик. В общем, друзья, вот такие вот у нас здесь сидят друзья. И это еще не все. Они хотят вас кое с чем поздравить. Друзья, поздравляют они. Have a nice day. Желают вам приятного дня с помощью вот такого потрясающего шарика, который вы можете купить на gearbest.com. Пожалуйста, у вас будет потрясающее настроение целый день. Have a nice day. У меня даже не освещено все. Насколько все это большое сейчас. Вот такая вот у нас есть, в общем-то, штука. Там за ней еще вот подздутые наши друзья, товарищи. И давайте перейдем в конец этого видео. Друзья, я сейчас перед началом этого видео хотел забить гвоздь и забил себе его в руку. И получилось вот такой вот прикол. Да, в палец. А куда я сказал? Руку, ну в палец, да. На самом деле это вот такой вот прикол, я забыл, он знаете где лежал? Внутри вот этой штуки, представляете, как я вас разыграл, ха-ха, повелись, подумали, что правда, что у меня правда такой палец. Вот, смотрите, видите, как это все на самом деле-то, вот. Это такой прикол, можете над другом подшутить, это еще один товар. Честное слово, забыл про него, уже готовился снимать, начал трогать эту штуку и оттуда выпало. Вот такие дела, теперь точно конец видоса. Ну что, друзья, вот и все, это было вот такое видео. За то, что цена такая же будет на сайте, я не ручаюсь, потому что там, мне кажется, это было все акции по скидке, но такой раздел там есть, все по $1 и дешевле. Если вам понравилось это видео, то пишите в комментарии, я сделаю обязательно еще одну часть, там есть товары по $2 и так далее, если вам это интересно, то ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и ждите мои новые видео. Всем пока, дорогие мои!